ради вашей безопасности проводим, видим, мы должны приступить. Сотрудники госавтоинспекции останавливают очередного водителя для проверки документов. Основной упор, конечно же, делается на тех, кто пренебрегает ремнем безопасности. Впрочем, инспекторов больше радует тот факт, что многие из автолюбителей все-таки соблюдают закон и ездят по всем правилам. Ремень дадут, здесь лампа, шалоти ездим, филин, видите, пар. Скорость, чихали, ограничения, ерги, лори есть, лежу, не отлежу, шагу. Сейчас говорю, А вот и первый нарушитель, который либо проигнорировал, либо банально забыл пристегнуть ремень безопасности. Вы нарушили правила, вы управляете транспортным средством, не пристегнули ремня безопасности. Документ ваш на транспортное средство. Управление транспортным средством, не пристегнули ремня безопасности, здесь что-то внесли штраф в размере 1000 рублей. Почему не пристегнули ремень безопасности? На этот вопрос у нарушителя так и не нашлось ответа, но впредь пообещал не нарушать. А инспекторы напоминают, одним штрафом дело уже не ограничится. В свою очередь, представитель совета ТЭПа взывает особенно молодежь к уважению друг друга на дороге. А религиозные деятели призывают водителей в этот священный месяц, в котором родился пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и да приветствует, придерживаться всех правил на дороге и не создавать опасных ситуаций для себя и для других. Результат проведенного рейда – немало выявленных нарушений и выписанных штрафов, большинство из которых за непристегнутый ремень. В ходе данного мероприятия нами было выявлено ряд нарушений управления транспортным средством, непристегнутых ремнями безопасности и перевозка детей без детского удерживающего устройства. Вот данный материал составлен в отношении водителей. Вот. И мы еще проводим выявление отдельных видов нарушений. Там управление транспортным средством без права управления. Инспекторы ГИБДД также напомнили, рейдовые мероприятия пройдут по всей республике. Печальную статистику приводит в управлении госавтоинспекции. Только за последние 11 месяцев в нашей маленькой республике погибло 76 человек и свыше 350 было ранено. Полицейские убедительно призывают водителей не нарушать правила ПДД и соблюдать безопасность на дорогах. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.